Хей, йо, гей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Hollow Kings. Ой, он чуть меня не атаковал. Что наша сегодняшняя цель? Это забрать наши старые души. Убить короля. Блин, они заново все возродились. А сокращение нигде, да? Нет. Ага. Похилимся и побежали. Хилимся и побежали. Тихо, не нужно бежать, нужно бежать. Так, ладно, хилимся. Блин, ну как мне вот грохнуть его? Он сильный. Ой. Я еще и урон получил. Кайф нам. Ух, что-то как-то этот раз было легко. Все? Минус босс? Ништяк! О-хо-хо-хо-хо! Осмотреть. Кровь улья. Нет! Готово. О, слушать. Какой безрассудный, идти против природы, все должно принять свой конец. Мой разум теперь все ясно. Мы что, спали, дитя? А, я помню. Ты гордые лорды. А, те гордые лорды, были ли они и правду чудовищами? Сейчас я помню их глаза, ясные и чистые. Но почему тогда я так их боялась? Если в деревню и прошло безумие, то я его и принес. Они правильно сделали, что изгнали меня. А когда я напал, у них было полное право? У них было полное право убить меня? А? Ну? Малек, я знаю, что ты. Если ты намерен
подвести итог своему прошлому, то знай, я не та королева, которую ты ищешь. Бледные создания виновны в том, что ты такое есть. Хотя этот улей и лежит в черте Халунеста, нам чуждо его желание увековечия. Так, все это уже говорили, поглощаем ее душку. И полетели отсюда, к чертям. Идем, короче, мы с вами к хилу, отхилимся. Так. Я вообще пошел куда, непонятно куда. Ай-яй-яй. Так, хилимся. Раз. У меня 7000 душ. Мать. Это ж куда-то их нужно теперь деть. А есть место, куда я могу сейчас приземлиться? Есть. Ауч. Так, теперь нужно сесть будет на лавочку, посмотреть, куда мне дальше идти. Так, посмотрим. Ценный нектар улья в форме золота самородка. Постепенно залечивает раны носителя. Позволяет восстанавливать здоровье без фокуса души. Вау! Вот это классная вещь. Так, ладно, что мне нужно идти? Да, куда? Мне нужно идти в котлован, походу. Да? Котлованчик. И найти там одного бот. Вот какой-то... Вот видите, проход есть. Вот, чик-чик-чик-чик, в этом месте. Либо нету. Ладно, не суть. Нам нужно туда попасть. Если нет, то я еще прочту в Вики. У меня интернет появился. И посмотрю. Где последняя бледная руда? Тихо. Вниз. Ага, ниже нужно. Так, ниже. Да. Так, и отсюда туда. Мне сюда что, нужно принести, что ли? Жизнь, да. Ладно. Ауч. Ладно, давайте, короче, остановлю и посмотрим, куда мне нужно идти дальше. Я туда приду и продолжим. Короче, если верить Вики, я только что потратил сил, класс. Нужно идти в левую часть. И тут была где-то гусеничка у нас. Только где здесь гусеничка была? Тут где-то должна быть стена. Вот это да, она?
Это она? Да, кажется, это она. О, гусеница. И за гусеницей вот это получается стена еще. Все, да? Так. О. Это же я. Куда он пропал? Так, денежка. Так, я сохранился? Да, я сохранился, все в порядке тогда. Так, ну я иду, за тобой иду. Трупики валяются. Так, и развилка, да? А, это к денежкам. Денежки я возьму. Чтоб меньше бегать было. Делаем сокращение. Больше тут стен нету секретных. А, классно. О, ну он опасный, нужно будет сразу убить, мне кажется. А. О-о-о. Ну, короче, это слепая его точка, да? Тихо, раз, два, три. Он по стенке лазит! Раз, два. Ай-яй-яй. Ух. Хилимся. Не, ну Нокс, он жесткий именно. Ну вот это что у него есть любая точка. Пипец тут трупиков. Так, по идее у него бледная руда есть. О, бледная руда, получено. Отлично. Что теперь мы с вами делаем? Мы с вами отправляемся к нашему другу, кузнецу. И он нам затащит оружку. И он нам затащит оружку. Оружку, оружку, оружку. Так, отдыхаем. Давайте, короче, я начну, когда мы туда добежим. Короче, проходил здесь неподалеку, но вы слышите, да? Вон. Этот опять там застрял. А я могу ему как-то помочь? О, тут есть проход. А, кстати, я ж тут был, да? А еще к нему так путь не нашел?
А как мне к нему попасть тогда? Одо, одо. Да и там тоже нет прохода. Как мне к тебе попасть, ты? Прекрати. Там на вход как-то нужно пойти тогда. Давайте на вход пойдем посмотрим. Ну сюда, да? Получается. Получается. Так. А вот здесь, я кажется, еще не был. Да, я тут еще не был. Да? Что это? Идол короля. Эй, что ты творишь, мелкая неуклюжая букашка? Размахиваешь своим ржавым гвоздем в темноте? Ты почти попал по мне, а если бы попал, то был бы последний твой удар, того. Поверь. Я могучий зод, великий славы рыцарь, мое оружие, жизнь уносящий. Прикончила бесчисленное количество врагов с глаз долой. Или последуешь за ними. Хочешь выбраться из этих темных туннелей? Будто бы мне есть дело. Нет, я не выдаю тебя отсюда. Благодаря моей великой памяти я точно знаю, куда идти. Но я всегда путешествую один. Уйди из глаз моих. Окей. Так, давайте до конца здесь посмотрим, что у нас еще есть. Все? Ну да. Ладно, погнали тогда дальше. Я, короче, тут побродил немного, да? Некие земли сюда пришел. И вижу, тут битва с боссом есть. Я подумал, почему бы и нет? Только давайте, если на то уже пошло у нас. Да? То я отправлюсь и сохранюсь. Так далеко мне там бежать? Мне наверх нужно, да? Наверх. Так, сюда, да? Лавочка тут. Да, лавочка тут. Короче, на источниках можно... Я думал, это просто вода, оказывается, нет. На источниках можно полностью заполнить запас своей силы. Ну, погнали теперь драться с боссом. У нас как раз с вами достаточно силы, я надеюсь. Слушать. Какая кроха, я производишь глубокое впечатление. Я в какой-то степени тоже воин, но даже не решил бы поднять на тебя гвоздь. Принять вызов воина, да? Вау. Вызыватель духов? Ау. Тихо, хилимся.
Ай-яй-яй-яй-яй. Делимся. Раз, два. Просто призыватель. И главное, чем я его больше бью, тем больше душ он создает. Слушать. Лицо вырезано из камня. Смотреть. Прелестные дети, к нам пришли чудовища во тьме. Стоите ли вы для него? А, это вот то, где, помните, я не мог понять, куда я прыгаю. Это вот это оно и есть, это место. Я потом сюда ходил, да, все я вспомнил. Это оно, это то особенное место. Я его вспомнил. Но я не думал, что здесь босс вообще даже есть. Я вообще думал, что это около Грязмута. Оказывается, нет. О, еще кусок маски. Плюс еще один хил. Туда не попасть. Ну, зато дали шмотку. И то радует. Дали шмотку, и это радует. Так, ладно. Давайте, короче, дальше продолжим, когда я дойду туда, куда мне нужно. Это город слез. Ладно, поехали, затачивать мы с вами. Да, все. 4000 стоит нормально. У меня еще 4000 на руках. Это последняя заточка, ребят, потому что больше уже улучшить никак нельзя. Теперь твой гвоздь намного сильнее, чем раньше. Только в твоем гвозде я узрел такой потенциал. Наконец-то я могу подивиться на великолепную чистого гвоздя. Вот думай только, этот момент застал меня так скоро. Мне нужно выйти на свежий воздух. И как же он теперь выглядит? А, выглядит он... вот так. Каевка. Блин, мне нужно это. Еще... получается, там 8 где-то найти. Ну, вы поняли. 8 чего? Колечек. Мне нужно 8 колечек. Я сковал чистый гвоздь. Работа всей моей жизни выполнена. У меня осталось единственное желание увидеть и почувствовать удар этого гвоздя. Прошу, срази меня. В твой последний миг я хочу ощутить на себе его совершенное лезвие. Так много времени спустя, после сука труда, ведь я это заслужил? Чистота. Да. У нас чистота, мы получили чистый идеальный меч. А теперь я даже не знаю, что делать. Блин, погнали, короче, на лавочку. А. Ай, блин.
идеальный меч. И главное, его теперь больше никак не улучшить, только с помощью... Только с помощью предмета. И все. Ай, блин. Как я тогда сделал? Идеальный меч. В принципе, что у нас осталось? Буквально там ничего. Пойди, там еще есть какие-то секретные боссы. Их тоже, знаете, нужно еще открыть, найти. Это тоже немного запарно. Это тоже немного запарно. Так, ладно. Я думаю, можно, в принципе, даже закончить. Но все равно здесь уже близится уже конец. Я так пытаюсь растянуть еще на несколько серий, чтобы уже была 100% игра. Все были убиты боссы, доп-боссы. Это можно, в принципе, замудрить. Еще нужно понять, где остальные кольца. Так, пронзающая тень. Храни все запретные заклинания, превращая тени в смертельное оружие. При использовании рывка с тенью тело наносит... тело носителя будет причинять урон врагам. Ну, такое. Блин, ну ладно, давайте, короче... На этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.